Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить Террарио на мастер режиме. В общем, сегодня у нас в планах зафармить одно из вторжений. И называется она Тыквенная Луна. То есть делается она спокойно. Где у нас? А, делается она довольно легко. И святые слитки, которые достаются с механических боссов. Тыква, которая продается, семечки тыквы у дриады, сеется, достается все без проблем. И эктоплазма, которая добывается в данже. Всех этих трех ингредиентов. Проблема только в эктоплазме, потому что там падает она неохотно. И в принципе, этим в принципе единственная проблема. А так делается неплохо. Но у меня ее 4 штуки накопилось. На самом деле 5-я. Я для теста, как обычно, попробовал. И в принципе убивается довольно легко. А в нашем дефом варианте убивалась. Ну, с прошлого видео весь деф, который был. И после нее я решил немножко упороться в атаку. Разогнать атаку меча. Добавил себе небесную ракушку, которая статы дает, потому что она урон тоже дает неплохо. И я делал механическую перчатку. Механическая перчатка делается из такой перчатки. Она падает из мимиков обычных, не подражателей, которые просто мелкие. Она скрещивается с когтями, которые достаются в джунглях. Там в сундуках джунглей или там с рыбалки, типа джунглевых этих сундуках. Короче, делается перчатка силы. Перчатка силы скрещивается с одной из эмблем, которая делается не эмблема воина. Сразу же отсюда и покажу. То есть вот такая эмблема мстителя делается из всех трех душ стражников. Она скрещивается с желтой перчаткой и получается такая механическая. Ее можно еще скрестить, чтобы получить финальную перчатку. Камень магмы, которая достается в аду, по-моему, с этих. Где у нас ад? По-моему, с МПО бесов нет. А вот, с летучих мышей, да, получается? Да, с двух видов летучих мышей получается. Но, к сожалению, у меня нету перчатки. Ой, этого камня магмы. Потому что я, по-моему, на этот... На колчан потратил ее, к сожалению. А чтобы добавить еще огненный урон. Можно, в принципе, сколько? 1 ПМ. Можно, в принципе, сбегать туда немножко. Пофармить. А вдруг выпадет, правильно? Потому что тыквенная луна, она вызывается только ночью. Ну, судя из названия, в принципе, понятно, да? Вот летучие мыши. Души пофиг. Так. Кулич, ни хрена себе. Хавка, в принципе, мне не сильно важна. Где-то у меня же, по-моему, тут стоял этот фонарик. О, мышки. То есть можно немножко пофармить. Потому что, ну, доп. Урон не помешал бы. Потому что тыквенная луна, их там два вида есть. Тыквенная, получается, морозная луна. По-моему, еще есть. Ой, как они легко умирают, эти демоны. Помните, с ними у нас были проблемы жесткие. Сейчас не такая проблема. Там качество лута зависит, получается, сколько мы мобов убьем, как быстро мы их будем убивать. Поэтому там желательно разогнать себе урон. Поэтому пока ждем. А это у меня, да, как раз баннер летучей мышки. В принципе, по урону, по защите у нас вообще все отлично сейчас идет. Опа, есть.
Goodbye. Мои хлопцы, как говорится. Оделся от разработчиков Локи, потому что он мне прям вообще не нравится. Поэтому. Вот так, скрещиваем. Ок, интересно, мечи будут? А, вроде как поджигаю, да? Идет урон. Хорошо. Поэтому. Зачаруем. 4% урона, ладно. Там нам защита на самом деле не так сильно важна, как урон. Поэтому, если что, можно, в принципе, и тута снять, пояс снять. Ну, пофиг, пускай будет, в общем, да? Теперь идем на кровать. Оп. Без всяких тринкетов там ботинок или там крыльев немного неудобно. Продвигаемся. То есть ждем ночи. Ни хрена все шарики летают. Жестко. Что можно попробовать там упороться там в суммонерском сете ее поубивать там в дальнобольном, но из такого урона, который мы сможем себе сейчас повысить, это единственный вот меч. У него, конечно, урон имбовый. Я дико поражаюсь, что такой, блин, офигительный меч. Он, в принципе, так легко достался. По сути, с этих тарелочек. Так, начинаем забафаться. Арены же снова у меня никакой нету. Ну, в принципе, зачем она нужна, да? И будем убивать просто туда. А дайте баннеры, кстати, поснимать. Лапеньки, потом, если что, сюда, типа, вешать. А, все. А, вечеринка закончилась. Вызываем. Тут идет процент волн. То есть нужно... Ну, получается то же самое, как и в этом... Tower Defense. То, что мы должны уничтожить врагов. Начинаются другие волны. Пока что все легко идет. Это что такое? Конфетное яблоко. Хера. То есть проблемы начнутся, когда тут будет появляться два элитных моба. Тут один из мобов это дерево, другой тыквенный король или какой-то там летающий чувачок. С них самый более-менее вкусный, интересный дроп, поэтому их нужно будет делать на них акцент, чтобы драться, убивать их. То есть почти все тут мобы, за исключением там, по-моему, дерева только... дальнобойной атаки имеет. Вот, кстати, оно пошло. Стагерим нашего этого. Опа. Умирает без бафов, кстати, довольно вообще изи. Да, у дерева есть дальнобойная атака. Кроме этого моба, тут, по-моему, даже эти летающие полтергейсты ни хрена нам не могут делать. То есть раньше я почему-то как-то боялся эту волну. Ну, это вторжение. Не спешил ее проходить. Ну, что-то смотрю, как-то оно изи. Может, упростили, может, сребалансили, фиг его знает. В общем, легко убивается. Довольно много полезных вещей отсюда можно вытащить. Тут с мобов деревяшек падает вот эта вот жуткая древесина, которая там крафтится. Делает суммонерский сет на урон. Довольно неплохой. И из деревяшек, по-моему, выпадает свиток, который скрещивается с нашими эмблемами, там, которые, чтобы там на максимум петов или что такое. В общем, вот прилетел тыквенный король. Он тут самый опасный, потому что много урона наносит. И, наверное, пора бафаться. А что у меня отключился-то мой этот? Пинеля, как говорится. Ну, сколько лута. Ну, с лутом будем разбираться, когда мы все это зачистим. Потому что нужно как можно больше убить мобов и элиток. А, где все враги? Пока не закончилась ночь. Фигачим, где все элитки?
Ну что-то говорю, какой-то баг случился, что, блин, он. Я с корабля вон слетел. Так, вот еще король. Лочим наших петов. И просто убиваем. Ворачиваться от него довольно легко. Вон, как мы видим, типа на кораблике. И убиваются, в принципе, тоже нелегко. Всего волн 15, по-моему. И после этого просто идет как бы счет. Там их начинает спавниться довольно большое количество. Там вообще их ну, меньше обычных мобов получается и больше этих элиток. Там этих королей там с нами там по штуке 3-4 будут летать. Поэтому пытаемся просто убить. Вот орёт, как обычно. Так, умирай. Минус появился. Тут а он написано всадник без головы. Там один моб, который там проблем не доставляет нам. Ну, хочется его поубивать, потому что с него что-то падает. А, по-моему, масочка тыквы как раз с него падает. Вообще довольно прикольно. Так, перезовем гидру. То есть, и мне хотелось бы эту масочку, потому что раньше, я помню, с ней ходил топовская вообще маска была. Тихо! Он бегает, но у него довольно большое количество хпшек. Так, еще один токенный король. Идите нафиг. В принципе, лучец позабирать, чтобы не исчез. Потому что через какое-то время они, получается, исчезают туда. Эй, чувак, что ты ко мне присосался? Иди нахер. Смотри, какой липучий король. Дайте мне всадника убить. Еще один прилетел туда. Можно было бы, кстати, тут опетов этих с Фишерона протестить, потому что вроде бы они мне показались тоже довольно прикольными. Так, подхиляемся. Помри, скотиняка. Вот уже получается 12-я волна. Как мы видим, что врагов обычных почти не осталось. И больше приходит он обычных элиток. Чем больше прорыв, тем больше этих элиток как раз-таки будет на нас нападать. Один баннер какой-то кого-то. Заносится. Какой-то моб. Ну окей. Тут важно на самом деле ставить баннеры, потому что тут на время, как-никак, это вторжение нужно. Просто постоянно вливать урон. Чем больше, тем лучше. Жалко, правда, что, по-моему, с элиток всяких нету баннеров, не существует. Это, кстати, обидно, то, что всяких бонус, боссов, элиток нету никаких баннеров. Было бы прикольно. А уже они очень легко катятся, все эти мобы, поэтому уже одновременно он три деревяшки подходит и надо. Сказал, легко катятся и чуть не помер. Хорошо. Ночь, кстати, кончилась, и мы дошли до 14-й волны. То есть, получается, мы даже до самого сока не дошли. Ну, ладно. Но урона все-таки пока что у нас маловато, и плюс я все равно пока что
бегаю в дефе. Вот, кстати, тут можно попробовать одеть жучью броню, которая добавляет урон. Тут, кстати, была бы имба. Что урон, ну как бы получаем, да, но... Получаем и не получаем. На них похиляемся. Получается, полчаса осталось. А, блин, до 15 волны не доживем. Ну, может, реально сейчас, когда жучу броньку оденем, будет получше. Ай, вот чуть-чуть не хватило. А короля даже не успеем сейчас добить. Жил вон скотиняка, ага. О. Они исчезли. Вот такая вот тыквенная луна. Собираем адское общее количество лута. Тыквы мы и поуничтожались. Что у нас по баннерам? Адская гонча. Сюда нельзя ставить. Еще какой-то хрен. Окей. Вот она, жучья бронька. Поставлю пока что сюда. А, реликты. Два реликта падает. Вот такие вот. Тоже, в принципе, прикольные. И должны же, по идее, трофеи, да, падать. Давайте посмотрим сначала тута. Да, всех видов мобов убили. А чё они трясутся? Лол. Какие-то пугало. Что-то название у них чисто пугало. Баннер, наверное, один и тот же на них, да? А, вот заносец, который у нас есть. Этот баннер. Полтергейст, адская гончая. Задник без головы, да, мы его маловато убили. Плакучий древень. И тыквенный король. Дроп пока что не виден, окей. Да, тут просто адское количество лута. В общем, давайте по порядку разбираться. Тут такая древесина. Что с нее падает? То есть, понятное дело, тыквенные всякие вещи. Самое интересное, это вот суммонерский сет. Ну, я его никогда на самом деле не делал, потому что защита он дает меньше. Петов, по-моему, вызывается меньше, ну... Чисто на урон. Ну, возможно, можно сделать, но 500-750 древесины надо. То есть еще раз нужно зафармить будет ее. Посмотрим на бонусы сета. Что это такое? Так, это свечка. А, светящийся получается. А, вот, посмотри. А, тыква такая. Лол. А, ну пошли посмотрим, как она вообще освещает. Ну, неплохо освещает. Давайте с ней побегаем. Голем уже поднадоел на самом-то деле. Торгаш пришел, окей. Да пока что сюда выложим. Али, сбегаем, посмотрим, что продает этот барыга. Не, ну, ничего интересного, катана. Окей, так, свечки эти ненужные сразу продаем. И дальше у нас скипетлар, летучая мыши. Призывает летучую мышь, которая атакует ваших врагов. Хоть вроде бы, казалось бы, что это суммонерский. Ведь на самом деле это просто магический. Ну, посох, который стреляет летучими мышами. Окей. На самом деле надо бы поставить сундук. Для этого лута. Чтобы как-то сортировать, а двойные всякие шмотки выкидывать. Сюда поставим или куда? Наружу давайте поставим. Окей. Тыквенные эти вещи. Ну, пускай, в принципе, лежат тут.
Мясо монарха хорошо. Тыква. Пока что тоже лежит. Штаны пугало. Пока что других вещей нету, поэтому пофиг. Разрывной светильник Джека. Не бомбы. Окей, амуниция, видимо, патроны. Подвижный каламет. Вот как раз у меня Коля есть. Неплохо. Скорострельность вроде неплохая, ни хрена. Ну, пускай. Светильника, мед, Джека. Вот и с помощью этой херни мы, получается, стреляем вот этими, да? Чё? Где-то взорвался. Ни хрена урона. Ну, вот такая вот пушка. Хрен не знает. Медленная винтовка из Кэнди Корна. Ни хрена. Винтовка стреляет вот Кэнди Корном тоже. Какие-то патроны специальные. Все пушки, короче, используют свои же патроны. Бабочка, я убью тебя. Ну что-то дистанция какая-то хреновенькая. Окей. Выкладываем, значит, эти пушечки. Немного не так. Вот так вот. И вот так вот. Штаны оставим сюда. Так, эти пушки надо продать. Ой, барыга. Продаем, окей. Что еще попадало там? Так, обсидиановое это не то, что нам упало. Она пугала. Штаны пугало одни выкинем. Это все остальные шмотки, которые у нас были. Окей. Летучие мыши у нас есть. Жуткий крюк. Ну, вот такой вот крюк. Окей. Крюк я, в принципе, поставлю, поменяю. Это продадим. Крюк продадим. Штаны пугало тоже продадим. В принципе, у нас есть сет, вон пугало, поэтому давайте ее, кстати, оденем. Вот такой вот сетик. Наверное, непонятно, но да ладно. Вот этот сет лучше. Намного лучше. Окей, дальше. Еще один какой-то. Не пьет, а... Ни хрена, маунт. На дереве. Лол. Ну, летать не умеет. Один прыжок. То есть, какое-то говнецо. Ну, прикольно, угаркача. Хорошо. Жуткая ветвь. Это какой-то материал. Вот сюда. Проклятая растенница. Вызывает проклятая растенница, которая последует за нами. Тоже пет. Ну. Такое себе, если честно. Ну, пускай будет. Нет, ведь мы посмотрим, что она делает. И... Еще один пет. Метла. Окей. Ну, что-то как-то... Хотя она вроде бы получше. Ну, давайте потестим ее, в принципе. На следующий сейчас. Как и на Луне. Это, в принципе, все, что упало. И вот как раз эти свитки, которые я говорил, что некромант
повышает максимум петов и урон. Их можно скрестить с жуком. Получить такого скоробея. И можно вот этого скоробея одеть и обычно вот этот свиток поставить. И он все типа стакается бонусы. Поэтому их желательно вот выбить как бы два штуки. Поэтому это замечательно, что нам как раз две штуки и упали. И посмотрим, что за жуткая ведьма. Что она... А, крылья делает, жуткие крылья. Сенса воздуха, это свежно. Блин, а я как назло все эти сенсы свежные продал. Ну, в принципе, выбить тоже не проблема. В общем, вот такая вот луна. Давайте откроем мешок с добром. Картина упала. Нихера она здоровая. Ну, окей, тухлое яйцо. Яйцами, ну давайте в этого покидаем. На нахер. На тебя тухлыми яйцами. Пошел вон отсюда. Ты говно всякое продаешь. Лол. И сет чужого. Лол. Окей, окей. Положим его сюда. И картинку положим. В принципе, вот такая вот тыквенная луна. Че, погнали. Поспим до следующей ночи. И еще зафармим. Потому что, по крайней мере, информацию о мобах хочется получить. И какие-нибудь новые предметы тоже хочется получить. Поэтому... до ночи и фармим еще раз. Теперь у нас еще больше урон повысился, потому что у нас жуки будут увеличивать скорость и урон в ближнем бою, что мы постоянно тут непрерывно беремся, поэтому у нас бонус постоянно будет. Поэтому замечательно, нужно больше урона. Нет, торговец успокоился, блин, упокоился. Яйцами закидали. Хер, вот так и надо. Не расслаблялся, скотина такая вот. Так, подходим, бафаемся. Пробитие. Пробитие, говорю, пробитие. Бафаемся, сейчас не жалеем бафов, не жалеем ничего. Вот снова. Не жалеем ничего. Попытаемся дойти до 15 волны полностью. Поэтому... урон. Просто, как говорится, full run вносим. Надо было попробовать этого. Чё, две тарелки летают. G3 должно быть. У меня зелье сумона вроде бы есть. Ай-яй-яй-яй-яй. А, жуки, да. По максимуму жуков. Ни хрена ты там залез, чувак. И посмотри, на шестой волне их уже по несколько поприходило. Этот уже пришел. Окей, окей. Да, в этой, в жучей. И, кстати, этот, метла поприятнее даже. Дел, ну, летается. Я себя чувствую на метле лучше, чем в корабле там. Пошел нахер. Ну, видимо, прощай, my love. Корабль, блин, и привет, my love, метла. Жучья брони вот на урон прям вообще скорость адовая. У моего мечика, жесть. Я нихера не попадаю, как обычно. Как вообще с этими? Ну. Ножики тоже, кстати, поприятнее себя чувствуют. Потому что, ну, из-за радиуса. Из-за области, так
можно сказать. Не, чаще попадают по этой темному королю. Ох, не. Так, надо всадников убивать, чтобы инфу о них получить. Давайте тоже херачим. Ай, я думал, всадник умер. А теперь точно умер. Дайте я дерево добью, окей. Ну смотри, поприятней, правда, да? Проходим. Вот не знаю, да, половина бафов откатилась. А, скорее всего, две полоски максимум бафов может быть, типа. У меня больше, и, видимо, иконка корабля просто откатывается. Лол. То есть петов придется, видимо, отключать, потому что... А, яйцо какое-то упало. Потому что они тоже слоты занимают. Вон еще один откатился. Вот этого я не знал насчет максимального количества бафов. Или это просто визуально они уходят. А, чё-то как-то непонятно действует. А, всякие бонусы вон уходят. Ну короче, нужно подумать насчет этих бафов. Что у них такое. Его минус. То есть вот выпиваем. А если отходим отсюда? Да, еще два зелья. Так, сразу два короля. Жестко. Верно, похиляемся. Блин, обидно, значит, что с вот этими количествами бафов очками что-то поизвращались. Я не попадаю, блин. Ну, лучше больше попадать. Меньше урона получается вносить. Минус один. Так, а с них интересно, трофеи падают? По-любому же должен, да, упасть? Чтобы повешать красиво. Ну, урона они, кстати, вносят тоже много, поэтому расслабляться сильно тоже нельзя. Минус одно дерево. Херачим, херачим. 15-я волна, а у нас еще полночи впереди. Главное не помереть. Так, отхил, отхил. Что с бафами? Вот это вот меня что-то сейчас реально накалила ситуация. Так, в ракеты не попадаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Нихера, ты посмотри просто, сколько их тут. Ой-ой-ой-ой. Опасно было. Мансим, мансим как боженьки. Так, еще немножко, и мы дойдем до 15-й как раз-таки волны. Блин, вот это вот, конечно, с вот этими королями, кажется, они чересчур переборщили, что, блин, хотелось бы вот те же самых этих всадников уничтожать в большем количестве. Эти тыквенные короли постоянно мешают нам. О, 15-я волна. Теперь вместо заполнения шкалы идут просто очки.
Снова только вроде хотелось бы поуничтожать этих всадников, а тут снова эти дурацкие юные короли поприходили. Что-то странно, может, видимо, пофиксили эту фигню, что они... Да, пошел нахер. Ну вот, трофей, кстати. Что они типа одновременно приходили, потому что раньше, давно, когда я еще играл, помню, их там реально по штук, блин, 8 приходило напоследок вот это вот. Я там вообще тупо нихера не мог где сделать. Тупо дамагом забивали. Минус. Вот снова, только вниз спустился, снова этот данный король. Может забить на него? Пёрится большой и толстый. Как-нибудь вот так вот. Так, а там дерево. Дерево — это опасно. Ни хрена там лута, просто жесть. Всадников, я должен убить всадников. Просто жесть. Нет, я не умру. Все, исчезло. А, наступило солнечное затмение. Бля. Дайте мне хотя бы лутом пособирать, ёпта. Затмение там наступило. Поломет. Пинок. Так, затмение — это, конечно, хорошо, но, блин, мне хотелось бы с лутом определиться. И подготовиться к следующей луне. А, кстати, можно же день пропустить, правильно? Да. Иногда эта штука помогает. Валите нахер. Только что-то оно долго проходит, ну да ладно. На, все. Окей. Крит Hello and Rest. Все. Ладно, насрать. В общем, что у нас упало? Ну, пугало, знамя. Это хорошо, наверное. Повесим сюда. У нас этих знамен до хрена и больше. Кстати, поубираем чутка. Стекатель нам не нужен. Половый зомби тоже не нужен. Такие вот слизняки. И без этого их сейчас убиваем спокойно. А, гоблин-лучник. Это вообще с гоблинского вторжения, помню. А, вампир. Тоже пофиг. Из глубин. Ставим, как говорится, знамена и будем копить. Такие реально опасных противников и опасных нашествий. А, пугало. Ставим сюда. Человека-муха. А, занозец. Окей. Вот этот, по-моему, тоже у нас, да? Да, адская гончая тоже. Опа. Этих троих мы тоже убираем. Как-то так. Две платины, кстати, накопили. Жуткая древесина накопили тоже. В общем, что у нас нового появилось? Я продавать не буду, просто выкидывать. Свечка тоже у нас была. Правильно, или я свечку туда? А, ну да.
затуплю. Пугало. Небожный свиток на всякий пожарный я возьму. Оставлю посох ворона. Призывное существо. Где мои петы? В общем, давайте, чтобы сохранить, так скажем, вот эти вот штучки. Скорость полета стрел. А, у меня баф. Нужно, кстати, убрать, мы же в миле. Баф зря тратится. А, ворон. И вот птички. Раньше, по-моему, они были беспонтовыми, хуже даже, чем на ложке. Поэтому... Я не знаю. Ну, красиво, в принципе, летают. Поэтому выключим. Попробую следующую сейчас зачистить. Вообще без петов. Дабы, чтобы все бафы были на месте. Вот что-то я как-то... Прострацию ушел. Пыль черной феи. Посмотрим. Клинок всадника. Посмотрим. Это выкинем. Пикюный король. Трофей. Целых две штуки. И пошли посмотрим, что у нас за пыль. Ну, пыль по-любому крылья, да, изодраны крылья феи. Тоже эссенция воздуха надо. Значит, нужно убить виверн. Пиквенный их клинок. Делается до последнего меча. Замечательно. Что он делает? Призывает тыкву, которая атакует ваших врагов. И где? Или именно нужно ударить по моба? Ну, погнали, посмотрим. Говорится, тесты. Снова это торговец. Че там, понравилось? Как тебя закидывают тухлыми яйцами? О, нихера. Привет. О, нихера. Еще и самонаводка, кстати. А. Нихера ты посмотри, тутух. Но если честно, на боссах это все равно бесполезная вещь. Потому что с такой дистанции это... Да и на обычных врагов. Не, ну что-то прикольное. Это тоже нафиг выкину. Чего там, чувак? Ложный противовес. Ги. Ключ. А, пульсирующий лук, ни хрена. Пофиг. Ну, этот меч, мне кажется, все равно не более лучше. Ну, клинок оставим, потому что он нужен для... Для финального этого меча. Смотри, уже много собрали их. Скоро, совсем скоро. Можем замутить всю эту фигню. Окей. Так, ложим пыль. Пошли, что, сделаем жуткую древесину. Где она делается? Да. Дабы, типа, пускай будет. Так вот выглядит сет. Ну, ничего так, в принципе, прикольно. И с этого бонусы. Увеличит урон питомца. А целых 25%. Так, у нас на ложке, смотри, 72 урона. И с него 49. То есть очень сильно бустит урон петом. И может неплохо будет его использовать, если я буду бегать когда-нибудь там в моновском сете с умонами. Что, наверное, даже лучше, чем рубашка Тики. Так, 17 защита, 9 защита, да. Защита очень сильная. А, нет, 11. Не с тем смотрел. То есть защита просядет, но по сути, не знаю. Я все больше сильно убеждаюсь, что защита тут нахер не нужна. Больше урон. Ну, когда-нибудь потестим. Окей, что еще упало? А, второй трофей. Интересно. А, паучий. Этот подвижный. О! Лыс новый. Ни хрена у него скорость. А,
вызывает фокус с драйкенами. Темная энергия, так спид увеличивает, и темная энергия, прыжок. Что-то непонятное. Ну, окей. И что-то я нового ничего не вижу, кроме паука. Где он у нас? А, вот такой обычный, какой-то некрасивый, беспонтовый паук бегает. Окей. Говорится, окей, пошли поставим, значит, трофеи. И уничтожим еще одно. Как же медленно ходит. А, дерево. Можно, кстати, их вместе поставить. Пикюный король. Плакучее дерево. Ну, такие вот трофеи. Индики, ну, прикольно. Можно было бы их разделить, но пускай они вдвоем такие, двоечка стоят. Конечно, в принципе, смотрится прикольно, что тыква, что дерево. А, что у нас по этому? Дроп не появился. У этого появилось. А, ну, получается, мы с него выбили все, что хотели. Так и у нового всадника, так и ничего не видим. Это и обидно, что я со всадника хочу вот его вот эту вот голову выбить. Может, сейчас повезет. Там валим. Что у нас? Время неплохо. Давай выложим. Зелье посмотрим, которое нам, по сути, нафиг не нужно будет. Скрипучий стул. Так, вещи получают урон. Не важно. Крит удар пускай будет. Свет тоже не важен. Скорость полета пули тоже не важна. Максимум петов. Силка пускай. Спавн меньше тоже нафиг. Максимум хп. Урон. Скорость движения я так и не понял. Влияет ли он на пета? По-моему, нет. Давайте без него попробуем. Посмотрим, будет ли вообще разница. Урон, восстановление жизни, защита. Все. Вот так вот себе поставим. И посмотрим. Ну, конечно, без петов не хотелось бы бегать. Но на самом деле, смотрите, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 строчек. И тут, получается, должно всего хватить. По сути, даже пета не мешает. А, ну плюс еще одна строчка-то. Вот это вот бафа у нас будет. То есть, ну, посмотрим, сколько у нас будет свободных слотов, потом уже добавим петов сюда. В общем, теперь спим. И еще завалим. Наверное, вторую не будем валить. Сейчас еще одно закрепление уничтожим. И остановимся на это. Поэтому, потому что, скорее всего, мы уже выбили все, что хотели. Ну, тут с пугал получается чисто сеты пугала, да? Тоже по-любому. Полтергейста вообще ничего не падает. Адский гончий тоже не падает. Насчет садника хотелось бы разведать информацию. Блин, иконки их не дрожащие, это, конечно. То есть. И тут-то. Скорее всего, то же самое, вот таки у нового короля. Две монеты. Запрячем две монеты платина, а то как-то боязно, как говорится. Перебафаемся. Вызовем эту херню. Забафаемся. И погнали. Получается, 7 слотов у нас хватает спокойно. А, 6 получается из-за адского сета. То есть петов спокойно можно добавить сюда. Хорошо. Дерево. Так, иди нахер со своей стрельбой. Так, давайте, наверное, все-таки подхиляемся.
Опа-опа-опа, мансим, мансим как можем. Так, и пошел тыквенный король. Получается, на седьмой волне он приходит. Будем знать. Минус. Отхил. Там садников еще не видно, да? Обидно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как я так беспалевно подставился под удар. Не знаю, у нас, в принципе, защиты хватает, чтобы более-менее это не переживать по поводу этих ударов. Снова же вот эти вот клинки, то что вампиризмы, конечно, читерские, блин, в плане свою балансности или хрен его знает. Ну реально, отхил прям вообще в секунду уходит. Волне начинают приходить всадники. Или лучше дойти уже до последних волн, где их там массово будет, и делать акцент на их убийстве. А вот как сделать это? Краски может потом переодеться в сет призывателя, чисто чтобы таргетить их, а самому уворачиваться от этих мобов. Ага, вот у нас всадник. Игру поставим. Ты куда убежал? Наркоман. Улыбающийся король. Почему с него там не сделать дроп именно шляпки, да? Ага, уже целых два. А, гид каким-то макаром умер. Ну, умер и умер. Как говорится, не в первый и не в последний раз. Что может, на самом деле, нужно было там немного глубже делать, может быть. Опа, замансил. Минус один. А, какие-то бафы отвалились, смотрю, по максимальному количеству нашего забафа. Выпьем. Да умри ты уже, улыбающийся скотинята. Ой, снова очередная тая запарила. Кстати, всадники поприходили, поэтому можно сделать акцент на их убийстве. Только вот как это сделать? То есть как-нибудь вот так вот. По-моему, они слишком, блин, жирные для твоей роли, мне кажется. Так, отхил.
Чё это такое? Ты как ко мне прилепился-то? Пошёл нахер! Чё это такое? Жёстко, слишком жёстко. Значит, снова он прилепился ко мне. Иди нахер, чувак. Ты орёт вот так вот. С такой рожей жесть угажной. Минус один, блин. Так, ну каких-то всадников я убил там, по-моему. Хорошо. Вон, деревья вообще вниз пошли. Пускай, пускай. Тут мои там NPC не расслаблялись. А, я чуть расслабился, чуть не помер. Не, Unreal, по-моему, не смогу больше этих всадников завалить. Ну, тут такая куча врагов за нами отлетает. Теперь больше похоже на то, что я вспоминаю. Подхиляемся. Во-во-во, смотрите, приходят уже 5 штук. По-моему, пора их уже убивать, но, скорее всего, сейчас уже время кончится. Уже у нас почти ночь закончилась. Ага, просто жесть, просто мясо. Ай, нам осталось немножко продержаться. Ладно, попробую уже чисто их позаваливать. Бафы откатились, но уже не буду хавать. А я хотя бы тебя успею. Ай, подлюка-то такая. Немного не успел. Ну да ладно. Забираем дроп, смотрим, повезло ли нам или не повезло. Куча разных вещей, которые не можем пособирать. Ну, что-то... я не вижу ничего интересного. Всякие трофеи. И тут тоже ни хрена нет нового. Ну, видимо, это все дропы, которые могут быть этих врагов. А, туда появился вид, и мы, в принципе, с тыквы тоже все повыбивали вообще. И остался вот дурацкий ульцать, который вот, кстати, один дроп, который я заказываю все-таки домучаю, наверное. И это шляпа, я знаю. Хотя могли бы сделать его же вот это вот пета коня, да? Тоже, кстати, прикольно бы маунт был. Ну, в общем, что? Вот такое вот тыквенное вторжение. Золотая птица. Таямба. Кай будет. В общем, вот такая вот вторжение. Кролик со слизнями бегает, окей. В общем, прикольный, в принципе, пофармить. И просто там можно так засекать там свой урон оружие, например, до которой там волны дойдешь и так далее. Что, в принципе, неплохо тестить твое разное оружие. Также у нас какой-то... А, ну, занозец у нас есть.
В общем, не слишком сложное, что раньше я думал, что оно намного сложнее будет. В общем, как-то так. В общем, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.